Сан-Антонио затаился в ожидании мясного сюжета из фильма «Ужас». В ближайшую субботу, 23 сентября, россиянин Дмитрий Кудряшов в четвертьфинале всемирной боксерской суперсерии проведет бой с кубинцем Юниером Дортикосом. Стиль одного из них – доносить много ударов, стиль второго – наносить болезненные очень удары. Нас ждет техасская бойня без бензопилы. И как только что один, что второй почует запах крови, в общем-то, пути назад уже не будет. Не стоит недооценивать силу темной стороны. Прямую трансляцию поединка Кудряшов-Дортикос из США смотрите на sportbox.ru, Матч ТВ и на Матч Бойце. Начало в 4:30 по московскому времени.